Похоже, повстанцы отступают. Идем дальше. Мы двигаемся к цели. Направляйтесь к нам. Понял. Эй, где ваш старший офицер? Вон там. Давай. Сержант. Сэр, что рыцарь Ее Величества? Где охрана периметра? Мы слышали кое-что. Лучше не соваться. Каков смельчак? Вы слышите? Где остальные повстанцы? Именно. Тут все стихло. Это не к добру. Галахад, вы? Я видел. И что? Полукровки. Они на крыше госпиталя. Надо разогнать их. Быстро. Вызывайте. Страж 5. Это Галахад. Как слышно? Сэр Галахад, это Страж 5. Жду указаний. Страж 5. Запрашиваю немедленный сброс сонарного заряда. Подтверждаю сброс гайтон-заряда. Дайте визуальный сигнал для определения цели. Проклятие. У кого передатчик? Возьмите. Мой коммуникатор. Вот парень и пригодился. Наведение на маяк. Бросаю якорь. Сброс гальтон-заряда через 5, 4, 3, 2. Приготовиться! Выключайте все! Путь открыт. Вперед! Узнайте, откуда вылезли эти твари. Я вас прикрою. Месье, вам пригодится. Осторожней, друзья. Конечно, маркиз. Только б сработало. Что ваше хваленое чутье подсказывает вам теперь? Что мы должны быть готовы ко всему. Тоже мне новость. Признайте, вы теряете хват. Будь я проклят. Что здесь произошло? Опять наши безумцы. Неизвестно еще, сколько народу они убили. Взгляните. Выход на той стороне. Надо искать другой путь. К оружию. Дьявол! Откуда здесь рыцари? Прошли. Теперь открыто можно проходить. Внимательней.
Черт! У нас неприятности. Отвяжитесь! Стреляйте! Убейте обоих! Дело дрянь! Не расслабляйтесь. Могут быть еще. Здесь рыцари! Почти пришли. Надеюсь, больше никаких сюрпризов нас не ждет. Сюда. Что там? С кем говорит Персиваль? Ни с кем. Просто какой-то бродяга. Идемте. Ликантропы могут в любой момент собраться и вернуться. Ведущим медицинским центром страны. Эй, эй! Изи, ты что-нибудь слышал? У нас гости. Я клянусь, что там голоса! А, черт! Опять рыцарь! Да что им тут понадобилось? Госпиталь скрывает больше секретов, чем мы думаем. Надо идти. Грей, кто-то должен пойти в подвал. Ладно, я пойду вниз. Поняла, а я туда. Свяжитесь со мной, если что найдете.
подъем. В подвале хоть глаз выколи. Здесь то же самое. Действуйте осторожно. Повторите, Изи. Я вас едва слышу. Вам нужно на это взглянуть. Изи. Это я, Изи. Я потеряла с вами связь. Где вы? В приемной. Я нашел его. Это древний. Древний?
здесь? Не может быть. Надо спешить. Полукровка ранен, но жаждет крови. Пытаюсь. Можете открыть? Заклинило. Найдите что-нибудь вроде лома. Я расчищу завал с этой стороны. Хорошо. Грей! Ah!
Изи! Изи, держитесь. Давайте, давайте, пейте. Грей, больно. Изи, все будет хорошо. Я больше не вынесу. Берегите силы. Должно быть иначе. Мы с вами вместе. Должно быть иначе. Эй, ты! Снова та женщина. Грей, палата. Налево. Вы должны увидеть кое-что. Что это? Что задумали повстанцы? Отдыхайте, Изи. Что хотели устроить повстанцы? Фотография лорда Гастингса. Торговая декларация Агамемнона. Весь груз направлялся в Америку.
форма объединенной индийской компании. Без знаков отличия. Похоже, нашел. Прием! Персиваль! Пора вставать. Тихо, тихо, тихо. Долгий был обморок. Я уже забеспокоился. Галахад, где вас черти носят? Персиваль, сдается мне, у нас проблемы. Что там? Нам нужен Никола. Нужно оружие. Повстанцы превратили отделение психиатрии в убежище. И, похоже, базу операций. Кое-что указывает на угрозу объединенной индийской компании и лорду Гастингсу. Говорю же, я в порядке. Вам нужно время прийти в себя. Уверяю вас, Грей, я вполне здорова. Можете вы хоть раз сделать, как я говорю? Вам известен мой ответ. Но сперва нужно благословение отца. Мой друг Галахад. Маркиз, а как же тревога за мое здоровье? Мадемуазель, у меня не было и тени сомнения, что вы одолеете тварей. Однако, я не был уверен в вашем рыцаре. Никола, только никому ни слова, ясно? Как скажете. Это большой риск. Я же говорил, месье. Мы почти отчаялись. Нам пришлось задержаться. Идемте, времени в обрез. Сэр, это также для вас. В отличном состоянии. Николай. А другое оружие? А, да. Вы никогда не подводите. Персиваль, это вам. Может пригодиться. Что Агамемнон? Что там с ним? Он уже отправился в путь. Двигается в Портсмут, а оттуда почти сразу проследует... А что со службой безопасности? Их предупредили о повстанцах? Предположительно, среди охраны скрываются предатели. Мы должны выяснить это, не подняв тревогу. Надо, по крайней мере, сообщить совету. У нас нет возможности просить разрешения совета. Надо попасть на борт. И как же мы это сделаем, мон генераль? Он уже в воздухе. Это несложно. Именно так.